В общем, ребята, мы сейчас сидим в лесу, изучаем карту, как пройти незамеченными в одно очень интересное место. Место не зашкваренное, не забаяненное. Вообще. Этот выпуск будет очень интересным. Адреналинчик, конечно, вшторивает конкретный. Вот, ребята, мы уже подошли почти к этому зданию. Вот тарелки эти. Вот само здание. Вон там вторая. Такая вот хуета, блядь. Здоровенная. Выглядит охуительно, блядь. Вон там, ребятки, фонарь горит. На нем, конечно, не сфокусируется. Вот он, фонарь, блядь, стоит. Мы сидим уже под этим зданием. Вот не знаю, где залаз через окно. Ребята, мы залезли через это ебучее окно. Тяжеловато, конечно, было там протиснуться, блядь. Да. Сейчас будем, блядь, смотреть, что тут к чему. Комната с какими-то щитами, пультами, блядь. Вытяжка. Вот тут какая-то схема висит. Линейная электрическая схема зоны В. Такая вытяжка. Помещение не используется, обесточено. Тут все обесточено уже давно, блядь. И ничего не используется. В таком состоянии. По кругу, в общем, и тут такие помещения. Здание круглое, как барабан, блядь. Во, смотри, здесь что-то еще есть. Уголок по мерам безопасности, бля, надо фонарь выключить. Значит, с 2009 года, походу, уже эта вся хуйня заброшена. 10 лет, блядь. Вот тут такие щиты остались. Кроме, блядь, автоматов советских больше ничего здесь нету. Бумаги, блядь, бумаги, бумаги. Папки, бумаги. Чернильщики нам советовали им не попадаться. Вот такая тут хуйня. Какие-то, блядь, мониторы. Микросхемы всякие. Здесь какие-то, блядь, журналы. Запах неуместен, ребятки.
низкое давление, высокое давление. Звонок. Такой щит, блядь. Такая хуетень здоровенная, блядь. Алюминиевая, наверное, тарелка, блядь. Вторая, блядь, такая. Вот мы сидим, короче, в этой тарелке. Блять, очень тяжело, сука, выбраться отсюда. Посмотреть на ту. Блять, просто скатываешься вниз, и все. На самом деле хочется. Дай я покажу, как тут можно. Вот я сейчас кое-как вылез, насколько смог по максимуму, на эту тарелку, чтобы посмотреть отсюда вид. Все, дальше я просто не могу уже. Не дотянуться, ничего. Стою вот на такой хуёвине. И все, дальше тут все скользкое. Короче, охуенное место. Зацените. В общем, к сожалению, блядь, кроме вот этой тарелки, по сути, отсюда, блядь, мы ничего показать не сможем. Залезть нереально, она очень скользкая. Сейчас дождь прошел. В принципе, в сухую погоду еще можно как-то залезть, блядь. А так просто нереально, нахуй. Вот, поэтому что мы можем сказать? Место охуенное, не забаяненное, не зафаршмаченное. Не каждому дано здесь побывать. Спонсор нашей программы — Русиану. Кофейня Русиану. Кайфово. Заебись. Дождик кончился, кстати. Дождик закончился, да. Райский вид починок, ребятки. Вот он, райский вид починок, а не ваши ссаные Турции, Египты, блядь. И прочее говно, нахуй. И Дубай. Вот это настоящий отдых, ребята. Только здесь вы можете, нахуй, спокойно почувствовать, блядь, охуенную атмосферу. Отдохнуть душой и телом. Вот такие дела. Не каждому дано здесь побывать, ребятки. Не каждому. Не каждому. Все, ребята, спускаемся, блядь. Какие-то собаки там гавкают. Машина подъехала. Вышли люди из нее. Сейчас, блядь, посмотрим. Не пойму, куда и кто это вообще. Отсюда. Вот, ребят, мы вылезли уже на улицу. Там какие-то, блядь, 3 человека нахуй проходили. Мы услышали голоса, шаги. В общем, съебались, блядь. Быстро, нахуй, через эту решетку. Короче, съебываемся отсюда. Вот сейчас прошел какой-то парень. В наушниках нас не заметил. Просто, знаешь, в 2 метрах.